Из одного парка в другой будут попадать жители, переходя улицу Новосадовая. На участке, который разделяет проезжую часть, уже сняли грунт, выложили плитку, нанесли разметку. Здесь еще работает спецтехника. Каким будет новый сквер, уже можно представить. Пешеходные зоны, велосипедные дорожки и места, где будут установлены декоративные архитектурные композиции, почти готовы. В новом парке уже установлены два вот таких кольца. Возможно, будет и третье. В центре внимания самарцев конкретно вот эта декоративная конструкция. Что будет внутри нее, сейчас решают на сайте путем интернет-голосования. Клумба, беседка, мостик для влюбленных или декоративная альпийская горка. Сейчас лидирует последняя. Парк на Новосадовой подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Сквер протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году здесь появится порядка 3000 кустарников. Также планируют высадить около 600 деревьев – березы, клены, туи. Чтобы жители могли наслаждаться отдыхом в новом парке, установят порядка 60 лавочек. К территории, которую предстоит превратить в живописное место для прогулок, подрядчики относятся бережно. Все максимально сохранили, сделали автополив, половину где-то автополива сделали, закладные под освещение. И сейчас идем от улицы Третья Просека в эту сторону, делаем подготовку под посадку газона. Было несколько выходов, да, как с министром, с подрядчиками проходили, что-то правили, корректировали, да, как считаем, более лучше. С людьми, которые здесь гуляют, также совещались, общались, да, что хотят больше увидеть. Есть замечания, отрабатывают, меняют в рабочем порядке все. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовая. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы дублеры. Комплексное обновление Новосадовой начали в прошлом году, закончить планируют в следующем. На это направили более 1 000 000 000 рублей. Благоустройство сквера стартовало в мае, завершится к зиме. Жители уже радуются обновлением. Когда было раньше, никакого сравнения, сейчас, посмотрите, даже сейчас уже красиво выглядит все. Я думаю, когда все это застроят, все сделают, вообще будет обалденно красиво. Как будет называться новый сквер, пока не решили. Возможно, вариант предложат жители. Алина Чемерис, Ангелина Капустянская, Дмитрий Мешканцов. События.